Что делать на выборах? Очень простой вопрос. Очень простой ответ. Выборы надо бойкотировать. Но бойкотировать активно. Прийти на избирательный участок там, за неделю до выборов, за 5 дней. Попросить открепительный талон и на выборы не ходить. А потом мы посчитаем, сколько у нас открепительных талонов и сколько у них голосов. Это активная гражданская позиция. Взять свой открепительный талон. Ну, у Демократического Союза есть спецпредложение. Взрывы? Заявление, заявление в Центр избирком. С отказом участвовать в голосовании, копия в интернет. Открепительный талон я лично не переступлю через порог избирательного участка. Чтобы подать заявление, надо переступить. Заявление в Центр избирком пойдет по интернету. Не забудь, пожалуйста, сходите взять открепительный талон. Я вообще на избирательный участок не пойду, меня там не увидят. Голос. У вас есть Марина Цветаева. На твой безумный мир ответ один – отказ. Публичный отказ. Не ходить в Думу, не ходить в российский суд, не искать у него защиты и оправдания, не ходить на избирательные участки. Все, что связано с государственной властью и с официозом, все бойкотировать.